Панна Стефания, доброе утро. Что привело вас сюда в такой час? Я провожу вас, сладковица. Благодарю, пан ординат. Слишком большая для меня честь. Я и сама найду дорогу домой. Может быть, вам сесть на лошадь, а я пойду рядом, как паж? А еще лучше сядем вместе. Вы от меня убегаете? Это первый случай, когда я внушаю девушке такое отвращение. Не слишком ли много вы себе позволяете? Я позволяю себе иногда значительно больше. Но до сих пор я ни у кого не вызывал такого страха, как у вас. Нет, я вас не боюсь. Вы ошибаетесь. Я вас... Ненавидите? Да. Спасибо. Вы очень откровенны. В таком красивом существе и столько злости. Юценте, подай мне еще спаржу. Не понимаю, как можно брать с блюда второй раз. Это дурной тон. Я ем, чтобы слегка заглушить аппетит. Юценте, я просил подать спаржу. Люция? А может быть, все-таки ты заночуешь у нас, а? Я слишком действую на нервы тети. Но если бы пани Стефания захотела, то я бы, пожалуй, остался, чтобы научить ее играть в теннис. Я ведь хороший учитель, и я ручаюсь за ваши успехи. Кофе прошу принести в мой будуар. Люция, тебе следует выучить урок. А я его уже знаю. Лишь тебя увидел, вновь воспламенился, и в незнакомом взоре еще черты были. Браво, браво, Люция. С прежней учительницей ты не была столь усердной в учении. Иди к себе наверх. Благодарю вас за очаровательное общество. Вот тебе и на. Плюнула мне в душу и пошла. В душу наплевала мне она и вышла, если уж дословно цитировать Словацкого. Одну минутку. Я прочитаю дальше. Женщина довольна, ни с чем уходит рыцарь. Но за кем победа, это неизвестно.
Советую тебе остаться, Вальди. Не обращайте внимания на свою тетку. Такой афронт из-за какой-то спаржи. При чем тут это? Ты знаешь, что я волную другое. Она хочет, чтобы ты нанес визит Барским. И сделал предложение графине Барской. Предложение делать сейчас не обязательно, но хотя бы поддерживать отношения, навещать и... Да не мне тебя учить. Скажи мне откровенно. Ты что же, сам решил начать со мной этот разговор? Или, может быть, вначале у вас состоялся семейный совет с бабкой Подгорецкой во главе? А что тут дурного? Речь идет об интересах нашей семьи. Так. То есть о том, чтобы соответствующего самца из одного рода женить на соответствующей самке из другого. Да. К сожалению, таков уж закон, который действует в нашем кругу. И ты появился на свет только благодаря этому закону. Но в твоих словах почему-то слышится горечь. Во всяком случае, она не касается твоего появления на свет. А что до Мелании Барской? Вас все считают женихом и невестой. Все, кроме меня. Я никому слова не давал. Вальдемар. Прости меня, дедушка. Но сегодня все как сговорились злить меня, даже ваша панна Стефания. Нет, это ты испытываешь ее терпению. Это милый кроткий ребенок. Я бы очень не хотел, чтобы ты ей нанес хоть малейшую обиду. Хотел бы я знать, какую обиду ты имеешь в виду. Если уж ты заговорил о тех законах, которые действуют в нашем кругу, то к ним, конечно, относится и наше донжуанство, дорогой дедушка. Такова традиция. Thank you.
сердце прочь, а сердце будет биться. Но прочь из памяти нет. Этому приказу ни ты, ни я не в силах подчиниться. Як тень тим души, где падне сдалека, тим шежей коло, жалобне розточи, так моя постать, им далей утека, тим грубшим кирем, тво память помру. На землю ложится, так и мой образ, уходя в забвенье, о себе напомнит и память омрачится. На каждом месте и о каждой добе, где мы с тобой плакал, где мы с тобой щемба. Я колебался целую неделю, приезжать мне сюда или нет. Я боялся вас, но я соскучился, и вот я здесь. А вы предпочли бы, чтобы я не появлялся вообще? Вы ошибаетесь. Я ожидал вашего приезда, потому что ваш дедушка соскучился по вас. Итак, вы жаждали, чтобы я приехал, но только ради дедушки. Я этого вовсе не жаждала, просто ждала. Какое разочарование. Вы разрушили мои надежды. Видно, в вашем обществе безопаснее всего молчать. Извините, пожалуйста. Вы на меня сердитесь? Пан Ординат. Сердиться я могу только на того, от кого совершенно не завишу. Вы ни в малейшей степени от меня не зависите, дорогая панна Стефания. Не называйте меня дорогой панной Стефания. А как? Не понимаю, как пани Рудецкая осмелилась сесть рядом с Вальди. Люди увидят и пойдут кривотолки. Ты преувеличиваешь, Эдалия. Ты сама не хотела, чтобы Люций сидел на козлах. А для пса там все равно не хватило бы места. Я вижу, вам не нравится мое соседство. Но ведь пандур здесь все равно бы не поместился. Тогда зачем же вы его взяли? Люция, сядь, ты можешь упасть.
Да не упаду я. Сядь, иначе ты упадешь. Мама, ну я не упаду. Оставь ее в покое. Не нравится мне вся эта поездка Блембовича. Мы давно уже не были у Эльдумара. Он хотел доставить нам всем удовольствие. Для Люци это развлечение, но панна Стеня... Тогда еще ни разу не видела его замка. Панна Стеня. Панну Стеню с некоторых пор стали допускать, куда ей положено и куда не положено. Она очень скромная и прекрасно воспитана. Она знает свое место. О своем месте эти люди легко забывают, если окружающие начинают обращаться с ними, как с ровней. Анна Степанья, посмотрите, эта аллея, она ведет прямо к замку Вайди. Жить в таком замке. Парк, террасы. Я такой жизни всегда мечтала, именно о такой. Да чего мне здесь нравится? Все это богатство, роскошь. Как я все это люблю. Люция! Люция, пожалуйста, пойди сюда. Мама меня зовет. Иди, Люция, я погуляю одна. Thank you.
Я вас искал. Вы сами за мной пришли. Вы могли бы послать лакея. Сначала я вас разыскивал в парке, а затем по всему замку. А я просто бродила одна, и сюда я попала случайно. Чем я могу вам служить? В общем, ничем. Мне просто вас не доставало. Такой портрет я уже видела в кабинете вашего деда. Да, это моя бабка Габриэля. Жена дедушки Мация. Она умерла молодой. Ей не позволили выйти замуж за того, кого она любила. Впрочем, дедушка тоже любил другую. И пережил трагедию, от которой он не оправился сейчас. Почему же они не боролись за свое счастье? Вы отдаете себе отчет в том, что это за сила, воля рода. Но все-таки никакая сила меня не заставит выйти замуж за того, кого я не люблю. И меня ничто на свете не заставит жениться на нелюбимой. Подчиняюсь сразу. И сердце прочь, а сердце будет биться. Но прочь из памяти, нет, этому приказу ни ты, ни я не в силах подчиниться. Так чем ниже солнце, тем длиннее тени, и шире мрак разлуки на землю ложится. Так и мой образ, уходя в забвенье, о себе напомнит и память омрачится. Так в любую пору и под звездою любою, там, где мы встречались и где пришлось проститься, всегда и повсюду буду я с тобою, ибо я здесь оставил своей души частицу. Где Вальдемар? Прошло столько дней, его все нет. Такая погода не для поездок. Это сегодня. А вчера, позавчера? Ну, я надеюсь, за это время он нанес визит графу Барскому и его дочери. Не думаю. Он не хочет этого брака. Захочет. Мы найдем способ его убедить. Он не первый и не последний, кто подчиняется воле старших. Не понимаю, что он может иметь против панны Мелании? Ведь она получила воспитание за границей. Ну, и вообще. Ты на него должен повлиять, папа. Нет, Идалия, я даже слышать не желаю об этом. Я и твоя мать были несчастливы, потому что на нас кое-кто повлиял. Это просто невероятно. Мелания Барская отвергает лучшие партии в Европе, а ему она не пара. Панна Стеня, а сегодня вы нам что-нибудь сыграете? Если только вы этого пожелаете. Я не выражаю желаний, панна Стеня. Я прошу. Выполнять ваше желание для меня удовольствие. Спасибо. Но прежде чем вы сядете за рояль, я прошу вас зайти ко мне в кабинет. Садитесь, дитя мое.
Вот мой портрет. Он был написан давным-давно. Его нашел Вальдемар, когда он что-то разыскивал среди старых вещей в своем замке. Это моя молодость. Беспечный, но, увы, недолгие дни моего счастья. А? Что с вами, панна Стеня? Удивительно. Мне показалось, что эту миниатюру я уже где-то видела. Это невозможно, дитя мое. Правда, таких портретов было два. Один у меня, другой... Нет, вы не могли ее знать. И все-таки мне кажется... Да, нам почему-то часто кажется, что мы уже видели, пережили то, чего не видеть, не пережить не могли. Может быть. Дитя мое, вы напоминаете мне ту, кого я любил. Вы так на нее похожи, что я бы хотел подарить вам мой портрет, который был сделан в то далекое время, когда я был счастлив. Я от души желаю, чтобы вы были всегда настолько же счастливы, насколько счастливым я был тогда. Благодарю вас. Добрый день, Вальди. Очень рад тебя видеть, дорогой внук. Что ж ты так долго у нас не показывался? Я надеюсь, что за это время ты успел побывать у Барских. Нет, тетя. Я не был у них ни разу. Да как это возможно? Но ты понимаешь, что твое поведение в отношении графа и его дочери в высшей степени бестактно? Нет, тетя. Я не связан по отношению к ним никакими обязательствами. Но я устраиваю небольшой праздник, Глембовичи. И приглашаю всех своих соседей, в том числе и Барских. Я надеюсь, что ты удовлетворена. А меня? Меня ты пригласишь? Тебя в первую очередь. Я забыл сказать, что этот праздник я устраиваю специально в твою честь. Ура! Ну, а как у вас сладковица? Все в порядке? К чему этот вопрос? Все мы перед тобой, как видишь, живы и здоровы. А, да-да, все здоровы. Здорово. Я вас оставлю. Пойду переодеться. Панна Стефания, я приехал сюда, чтобы увидеться с вами. Когда я вас встретил в тот раз в Глембовиче, в портретной галерее? Это какое-то недоразумение, пан ординат. Я в Глембовиче ни в какой портретной галерее ни разу не была. Это, наверное, была не я. Вы меня с кем-то перепутали. Понимаю. Простите, пожалуйста. Еще одно слово.
Если вы не были в портретной галерее, то, вероятно, вы не были и в Глимбовиче. Позвольте вас туда пригласить. Нет. Но ваша воспитанница уже приняла мое приглашение. А сопровождать ее – это одна из ваших обязанностей. В таком случае приглашать мне не нужно. Я буду в Глимбовиче. В силу моих обязанностей, пан ординат. Еще нет, тетя. Рада вас видеть. О, здравствуйте. Я вижу, учительница тоже приехала. По-моему, это излишне. О, очередная выдумка Вальдемара. Он пригласил мою дочь. Потому что не мог пригласить учительницу без нее. Здравствуйте, здравствуйте. Люция, ты будешь с нами. Здравствуйте, дитя мое. Здравствуйте. А вы свободны? Здравствуйте. Если вы понадобитесь, я за вами пришлю. Смотри-ка. Да на кого мне смотреть? Это всего лишь учительница. Учительница? Красивая. А очень жаль. Жаль, что красивая? Жаль, что учительница. Сама княгиня Подгорецкая. А вы не считаете, пан Ридер, что эти наши костюмы для верховой езды могут кое-кого шокировать? Вас не просили приезжать сюда верхом, а мне на все это наплевать. Если моя покровительница, княгиня Подгорецкая, это терпит, то другие тоже будут терпеть и даже восхищаться. Прошу вас. Я не вижу барских. Уже час. Поздновато. Я вообще сомневаюсь, верно ли мы сделали, что поехали в Глимбовиче. Ведь пан ординат не нанес нам визита. Я хочу, чтобы ты стала хозяйкой в его поместье. Но у меня есть самолюбие. Жена ордината Лихаровского, урожденные барские, это стоит самолюбия. Париж стоит обедни.
как говорил мой дядюшка Генрих. Идемте, я представлю вас бабушке княгине Подгорецкой. Люция, это неудобно. Почему же? Бабушка будет очень рада. Я ей столько о вас рассказывала. И таких, как она, приглашают в наше общество. Бабушка! Бабушка, позволь тебе представить мою учительницу. Люция, не мешай нам. Бабушка, позволь тебе представить панну Стефанию Рудецкую, о которой тебе рассказывала Люция. Приятно с вами познакомиться. Люция от вас просто в восторге. Она уверяет, что не может без вас обойтись. И не одна только Люция. Если говорить откровенно, я тоже. Княгиня разговаривает с какой-то учительницей. В это просто трудно поверить. Да-да, вы правы. Это неслыханно. Княгиня здоровается и говорит с учительницей, как будто это человек... К чему такая экстравагантность? Взять и пригласить эту особу сюда. Ensemble, maîtresse. Все дело в том, что maîtresse по-французски означает и учительница, и любовница. А, так стало быть, вот где собака зарыта. Да нет же, нет, ну что вы, это я только так пошутил. Граф, эта шутка недостойна джентльмена, я больше не желаю знать вас. Поскольку никто не догадался нас познакомить, я беру это на себя. Меня зовут Маргарита Шелига. А как ваше имя? Мне очень приятно. Стефания Рудецкая. Графиня. Я вас похищаю. Я не нахожу, что тебе следовало представлять с такой помпой эту панну Рудецкую самой княгине. Ты говоришь о панне Стефании так, как если бы она была, ну, скажем, горничной. Да, дорогой, но, судя по всему, скоро горничных будут принимать в самых блестящих салонах. Послушайся своей старой тетки. Будь осторожен, избегай того, что может вызвать ненужные разговоры. Мне очень жаль, но я не могу принять твоего совета. В моих глазах ты все еще молодая. Вы выпьете? Спасибо, нет. А я да. Граф Треско уверяет, что я пью слишком много. Не правда ли, граф? Что же вы мне не отвечаете? Вы же сами мне запретили. Ах, да, я с вами не знаюсь. Принесите старку. Ну, как вам здесь нравится? Мне здесь не совсем уютно, ведь я никого не знаю. Мне здесь тоже не по себе, вероятно, от того, что я знаю их всех. Вон, пожалуйста. Это князь Заневский и граф Марикони. Они до нитки продулись в Монте-Карло и приехали искать хорошей партии. Барон и баронесса Цвилецкие. Титул у них сомнительный, но миллионы подлинные. Княжна Заславская, она вздыхала в Ильдемаре весь прошлый сезон. И таких, как она, много, все ему увлечены, я, конечно, тоже. Но, увы, без взаимности. Вот так устроен мир. Я увлечена Вальдемаром, а этот граф не на шутку влюблен в меня. Разве это не ирония судьбы? Вы, кажется, забыли, о чем я вас спросила? Пожалуйста. Я запретила вам разговаривать со мной. Почему вы за мной волочитесь? Сколько же можно молчать? Вы мне ответите или нет? Панна Рита, будьте моей женой. О, да, у меня неплохое приданое. Мне не нужно ваше приданое. Мне нужны только вы. Редкий случай в нашем алчном мире. Меня, например, ваше состояние интересует больше, чем вы. Считайте, что я этого не слышал. А если я буду вам изменять, что тогда? Я убью вас, его и себя. Очаровательно. А если моим любовником будет Вальдемар Михаровский? Я убью его с особым удовольствием. Извините, о чем у вас разговор? Разумеется, о вас. Да. О, наконец-то, барские. А я боялась, что они не приедут. Как это?
Ординат нас даже не встретил. Конечно. Если бы ты еще час просидела перед зеркалом, мы бы не успели и к разъезду гостей. Не ворчи, папочка. Зато сегодня я выгляжу на редкость привлекательно. Этого у тебя не отнять. И Глембович будет нашим. Посмотри, Барский. Пана Мелания, это, конечно, лакомый кусочек. Я, пожалуй, ей займусь. Она не для тебя, мой дорогой, не для тебя. Такая позарит столько на миллионы ординатов, да? Мое почтение. А где же сам хозяин? Вот. С кем это он говорит? Это пана Рита, воспитанница княгини Подгорецкой, а с ней граф Треска. С ними-то я знаком, а? Кто же он та особа? Ну, а это, так вы о ней? Нет, никто. Она не стоит внимания. Ну, как это, собственно, понять? Даже никто должен все-таки иметь хоть какое-то имя. А это всего лишь учительница Люции Эльзановской. Она учительница, ты слышала? Обыкновенная учительница. Я удивлен, что ординат ее принимает вместе с нами. Мелания, я оставляю тебя под опекой молодых людей, а сам пойду засвидетельствовать почтение княгини. Я очень рада, что вижу вас. А где же ваша прелестная дочка? О, к сожалению, она не успела войти, как ее окружила толпа восторженных поклонников. Здравствуй, да. Пани Далия. Я вижу, что ваша учительница кое у кого в большом фаворе. Вот и она, графиня Барская собственной персоной. Пан Вальдемар, вы должны исполнить долг хозяина дома. Вы находите красивой эту учительницу? О, при ее положении в обществе красота — это всего лишь ненужная роскошь, уверяю вас, графиня. Мне очень приятно, графиня, видеть вас у себя. Я польщена тем, что вы меня пригласили, но все же... Мне казалось, что вы должны были первый нас навестить, вернувшись из далекой поездки. Я собирался нанести вам визит, но все время какие-то дела. Очаровательная пара. Как будто бы созданы один для другого. А какие отсюда выводы? Выводы напрашиваются сами. Господа, позвольте вам представить панну Стефанию Рудецкую. Как печально, что, разъезжая по Европе в одно и то же время, мы с вами не встретились где-то в Риме или в Венеции. Мы бы вместе поплыли на гондоле, по канале Гранде. Сияние звезд, бледной луны и так далее. До чего романтично. Вам никогда не понять очарование итальянского пейзажа. Это вам недоступно. Вас интересуют только лошади. Случается, что и те, кто на них ездит. У вас великолепный парк. Вы могли бы показать мне его? Мне это доставит истинное удовольствие. Восхитительное поместье. Все сделано с таким вкусом. Наследство от бабки Габриэли. Да. У женщин особенно развито чувство красоты. Жаль, что ваша жена не будет иметь возможности показать тут и свой вкус. Здесь все уже есть, но разве что она захочет что-нибудь переделать. А вы позволили бы своей будущей жене вводить здесь изменения по ее вкусу? Мне трудно ответить. Да, понимаю. Это будет, конечно, зависеть от глубины ваших чувств к жене. Чем больше любовь, тем больше бывают и жертвы. А вы, например... Вы могли бы чем-то пожертвовать ради любви? Странно, что вы мне задаете этот вопрос. Наверное, вы не верите, что я способна на глубокие чувства. Но я свое сердце отдам тому, кто оценит мою душу. По-моему, события развиваются очень бурно. Вальдемар, ты не считаешь, что пора уже начать танцы?
Сегодня я тебя от этикета освобождаю, мой дорогой. Прислушайся к голосу твоего сердца. Разрешите вас пригласить на танец? Меня? Конечно, вы не способны на такое. Почему же? Разрешите вас пригласить. Болван. Прошу вас, улыбнитесь. Мелания. Thank you.
Зачем? Зачем вы это сделали? Затем, что я люблю вас. Я люблю вас. И вы меня любите, я знаю. Я вас. Нет, я не люблю. Я не люблю вас, слышите, не люблю. Я не люблю вас, не люблю вас, нет. Ты сам прекрасно понимаешь, папа, после того, что произошло, пани Рудецкой, как это ни печально, придется оставить наш дом. Пойми же, это не ее вина. Я не спорю, но что же делать, если это приняло такой оборот? Нет, не понимаю я его. Он всегда так тонко умел улаживать свои амурные приключения, и если уж на этот раз он решил обольстить какую-то учительницу, то можно же было как-то деликатно это... Италия! Ты когда-нибудь слышала, чтобы я или твоя покойная мать позволили... Прошу прощения. Но все просто возмущены. А Барские? Мне неприятно, что так случилось. Я не меньше, чем ты любила панну Рудецкую. Но после того скандала нам, конечно, нужно расстаться и как можно скорее. Я вас избавлю от этого неприятного разговора. Я уезжаю. Что с тобой, Люция? Панна Стефания, она только что от нас уехала.
Я любила тебя всегда, всегда, с первой минуты, когда я тебя увидела. Любимая, счастье мое, теперь ты моя невеста. Нет, не говори этого, забудь. Ты сам знаешь, что это невозможно. Они никогда на это не согласятся, увидишь. Никогда в жизни не пойдут на это, нет. Поверь, что они согласятся. И никто не осмелится не считаться женой ордината Михаровского. Жена ордината Михаровского. Ну, подожди. Я провожу тебя. Нет. Я приеду просить твоей руки. И не жди, никогда я не дам благословения на этот брак. И не только я. Никто, никто из нашего рода не даст тебе своего благословения. Извини меня, бабушка, но я хотел бы спросить, кто из собравшихся здесь хоть в чем-то может упрекнуть панну Рудецкую? Достаточно того, что она человек не нашего круга. Когда я обвенчаюсь с ней, она будет человеком нашего круга. Рудецкая станет нашей родственницей. Это даже не оскорбительно, это просто смешно. Бог и история поставили нас на самую высокую ступень общественной иерархии. И только чистота нашей крови позволила нам пройти сквозь века и остаться теми, кем мы были созданы. В течение веков, я думаю, бывали отступления от этого правила. К счастью, темперамент наших дам избавил нас от полной дегенерации. Вольдемар, ты забываешься. Извини. Ты меня вынуждаешь напомнить себе о том, Вольдемар, что ординатское наследование было учреждено много веков назад для того, чтобы магнатские владения целиком доставались старшему сыну. И чтоб тем самым не допустить до их раздела и до упадка фамилий, которые являются гордостью и опорой страны. Ну, всегда ли они были опорой, требуется доказать. Я прекрасно знаю статут об ординатских владениях, но он не касается выбора жен. Поскольку само собой разумеется, что этот выбор пойдет на девицу нашего круга. Чувства недопустимы, если они не умещаются в границы рассудка, Вольдемар. И ты должен принести их в жертву твоему долгу. Долгу в отношении чего? Хотя бы в отношении нашего круга. Твой дедушка Вольдемар понял это в свое время. И он принес жертву. И ты никогда об этом не пожалел? Ну, скажи мне откровенно. Ну что ж. Мне будет очень тяжело, если только мне придется вступить в брак без твоего, бабушка, и твоего, дедушка, благословения. Но я женюсь на панне Рудецкой, вопреки освященной традиции моего рода. Это не для моих нервов. Я завтра же еду за границу. Я тоже уеду, став женой графа Трески. Как видите, мои чувства умещаются в границы рассудка. Ни мою жену, ни меня этот брак вовсе не радует. Вы хотите узнать, почему, пан ординат? Пожалуйста. Вам это о чем-нибудь говорит? Разумеется.
Это портрет моего деда, который он подарил панне Стефании. Ну, а вот это? Видно, ваш дедушка был очень сентиментален. Он часто кое-кому дарил свои портреты. Ну, а вот этот второй он подарил полвека тому назад бабушке Стефании. Но я люблю вашу дочь. И я на ней женюсь. Вопреки всему на свете. Я вижу, что вам совершенно безразлична наша точка зрения в этом вопросе. Ваша дочь любит меня. К сожалению. А я не имею права помешать ее чувству. Но я люблю Стефанию и сделаю все, чтобы она была счастлива. Пан Ординат, в вашем кругу, да, впрочем, и в моем тоже, принят такой обычай, что руки невесты просят родители жениха. Но у меня родителей нет. Тогда пусть ближайшие родственники. Ваш дед и княгиня Подгорецкая, ваша бабка, попросят руки моей дочери в моем доме. Неисповедимы пути твои и предначертания твои, Создатель. Справедливо караешь меня, Господи. Неужели ты хочешь взять на свою совесть еще одну трагедию? Дедушка. Благословляю тебя. А теперь мы поедем к бабушке, княгине Подгорецкой. Вальдемар, ну... Нет, тотчас же, сию же минуту. Полвека тому назад я стоял здесь перед семейным советом, и у меня не достало сил защитить мое счастье. Но теперь, когда перед нами стоит мой внук, я не могу ему отказать, и говорю от всей души. Вальдемар, благословляю тебя и твою будущую жену. Княгиня, умоляю, благослови и ты. Я люблю тебя, бабушка, и думал, что ты меня любишь. Но с этой минуты моя нога не переступит твоего порога. Хочешь ты или нет, Вальди на ней женится. Но он тебя не простит. И ты его не увидишь. Я уезжаю, а ты останешься здесь одна. Одна. Одна.
Ординат в своем ослеплении женится на тебе, потому что ты отказалась стать его любовницей. Но он опомнится и никогда не простит тебе этой минуты безумия. Так же, как и мы не простим тебе того, что ты вторгаешься в наш круг, где ты всегда будешь прокажен. Что с тобой, любимая? Тебя не радует наш первый бал? Нет. А? Хотя да. Ну, конечно, я очень рада. Мне кажется, ты что-то от меня скрываешь. Нет. Нет, ничего, ничего. Ну, а все же. Ты боишься. Они никогда меня не признают, никогда. Я буду для них всегда, всегда чужой. Ты у меня такая красивая, самая красивая на свете. Чего же тебе бояться? Ты будешь королевой этого бала. Вот увидишь, они все падут к твоим ногам.
Поздравляю тебя. И я поздравляю. За тобой, мальчишник. За здоровье твоей невесты. Я пью здоровье ордината Михаровского, который вступает на новый жизненный путь. Одну минуту, господа. В начале здоровья моей невесты, панны Стефании Рудецкой. За невесту! Виват! Здоровье невесты! Виват! А вы, граф Барский, не пьете здоровья моей невесты? За здоровье вашей невесты.
Боже, помоги мне. Ставьте. Я не прокаженный. Нет, я вовсе не прокаженный. Нет. Я не прокаженный. Нет. Дорогой мой, помоги мне. Любимый, где ты? Помоги мне. Где ты? Спаси меня. Я с тобой. Спаси меня. Любовь моя. Спаси меня. Я с тобой. О, дорогой. Счастье мое. Ты здесь. Что случилось? Я была больна? Да, но скоро ты будешь здорова. Да, уже скоро. Ты уж не сердись. Я не хотела, чтобы ты за меня тревожился. Я совсем не хотела этого, нет, правда. Теперь я скоро выздоровлю. Вот увидишь. Да, отчего здесь так темно? Сейчас уже вечер. Нет, день. Прекрасный солнечный день. Солнце. Как я хочу солнце. Солнце. А, нет. Нет, не смотри на меня. Теперь я такая некрасивая. Я безобразна. Ты прекрасна. Ты красивее всех. Как я тебя люблю.